Несостоявшаяся невестка актрисы Марии Шукшиной Фрейя Зильбер снова оказалась главной героиней программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «Россия-1». Девушка пытается заставить сына знаменитой артистки Макара Касаткина платить алименты. Бывшая возлюбленная Макара с ребенком на руках оббегала всех членов актерской династии Шукшиных. Фрейя Зильбер пытается найти хоть кого-нибудь, кто может пролить свет на то, где находится Макар. Сын Шукшины, а наследники, хочу, чтобы этот ребенок сдох, она уже перетянула на свою сторону сестер Марии Анастасию Воронину, Франсишку и Ольгу Шукшину. Женщины уверены, что Макар прячется от ответственности, где-то за рубежом. За помощью 19-летняя Фрейя обратилась к знаменитой бабушке Макара Лидии Федосеевой Шукшиной. Девушка без приглашения появилась на пороге дома знаменитой актрисы. Артистка была обескуражена, однако взяла себя в руки и пригласила несостоявшуюся невестку на разговор. «Я вообще ничего не знаю, ни сном, ни духом, я с ним общалась только по телефону. У нас хорошие отношения, но мы очень редко видимся, начало Лидия Николаевна, я не знаю, чем вам помочь. Я думаю, что Мария не захочет ни встречаться, ни разговаривать, я так думаю. Но родились, слава тебе, Господи, дай Бог здоровья вам и вашему сыну, я не могу вам помочь, к сожалению великому. Я передам им, что вы зашли, пообещала легендарная актриса и выпроводила незваных гостей». Зильбер попыталась дозвониться до отца Макара Алексея Касаткина, мужчина неохотно поговорил с ней, отказавшись проходить ДНК-тест, и подчеркнул, чтобы та не называла его дедушкой. Молодая мама также намеревалась поговорить с другой бабушкой Макара, со стороны отца. Однако та захлопнула дверь перед ее носом. Фрейя Зильбер планирует обратиться в суд, девушка хочет получить алименты с Макара и надеется на помощь его матери Марии Шукшиной.